Let's get it together, baby. We can start a new phase. This month's gonna burn on me. Yo, shut up, fuck this shit. Why don't you got it? You got me singing. После фабрики, где я орал, ну, в соседней комнате спит ребенок, и хотел вам снова кота показать. Сижу я тут, носки одеваю, а этот заперся сюда. Смотрите. Так, он сейчас нюхать будет. Ну-ка. Рыжий, какой ты красивый, не могу. Удобно тебе? В общем, в фабрику сходили. Сейчас будем разбираться с вами в Брянском и окрестности. Открой окно, помаши рукой, не помаши. Поговори с ней. Да давай. О, на красном как раз еще остановимся. Их полиция сейчас сопровождает. Сейчас они бегут в полицию. Бум. Обидная коляшка. Да. Это цыгане. Не, куда вы, стоп. Красная лошадка, надо стоять. Я ее боюсь. Сейчас она телега как мне фару приедет, а тут фара, блин, 300 тысяч стоит. Поздравить тебя с днем рождения. Желаю тебе блестящего настроения, сверкающей жизни. Sunlight приготовил тебе подарок и изящное украшение. Твой код на подарок уже у тебя в СМС и в мобильном приложении Sunlight. Также в мобильном приложении ты найдешь персональный купон на дополнительную скидку. Позволь себе чуточку больше к празднику. Моя звезда. Твой Дима Малик. Мне не нравится вот это. А мне нравится, наоборот. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Что там говоришь, подушки у тебя неудобные, да? Вот так вот, девчонки, а вы все индезит. Вот, пожалуйста. Ну это уже наводил, естественно. А это почему закрыто? Чтобы, наверное, ну тут просто ковид. Может быть, там кто-то кашлянул, не знаю. А что там, внутрь можно, нет? Да, на замке. Вот тут, короче, щуку наловили. А сейчас есть рыба? Конечно. Ну, скрылась река. Все, я маску надел. Нет, можно, да, я тут поснимаю, все посмотрю. Так, ну это у нас музей. Ай! А, да? А, я понял. Да, я оплатил все. Так, ну что, у нас тут партизанская присяга. Китель с двумя погонами. Оружие. Смотришь все это, конечно, ребят, даже комментировать не хочется. Какие события были, а? Трофейная бритва. Стакан для бритья. О, банки. У меня такие же были. Бай, смотри, немецкая каска. Кусок дерева с осколками авиабомбы. Еще немецкая каска.
смотри, марки немецкие. Тюбики все. Тюбики. Что тут у нас? Тюбики для косметических средств. Для их марки оккупационные. О, штык от винтовки Мосина. Граната РГшка 14. РГДшка. Да. Смотришь все это, да, когда на артефакты, и немножко это так не по себе становится. Смотри, причем каска. Видишь, с пулевыми. Что? Смеси. Так их давно уж научились делать. Для чего? Зачем? Ну там же какой прикол? Там внутри бензин, поджигают тряпку, ты когда кидаешь, весь этот бензин загорается, и есть вероятность того, что ты можешь поразить живую силу противника, и технику в незащищенных местах ты можешь просто сжечь одной бутылкой. Бензин же невозможно потушить практически. Вот телефонная трубка, смотри, такая. Молодые люди, будете диораму смотреть? Взрыв голубого моста. Хочу, да. Можно? Где ваши еще там? Вот у ограждения вставайте, пожалуйста. Ой, я вообще ничего не вижу. А это специально, чтобы вы прониклись, как это партизаны ночью. Вот сюда. Вот болото. Вот взрывчатки на плечах. Писали это ручками, перьевыми, а не как сейчас. Смотри, подрывной часовой механизм на базе будильника, 41 год. А там все это подрывное? Ну, к определенному времени взрывается. Сколько народу погибло? Тут одни фамилии только, просто тысячи. Ну, собственно, вы поняли, что Брянск – это город партизанской славы. Здесь такой одноименный музей. Ходим, смотрим. Сейчас к технике подойдем и уже
назад поедем. Да, особо я даже не знаю, что комментировать. Смотришь, жутко на самом деле. Я вижу, да. Это партизанское движение, отмечены все точки. Трактор сталинец. Вот так погуляли по музею. Хоп. Сделаешь мне бутербродик? Да. С колбаской. Или это ветчина? Или ветчина, там... сыр. Ага. Колбаска. Я с ветчиной буду. Два кусочка. В музей сходили. Теперь у нас есть важное дело. Брянконфи. Я все время Брянсконфи называю. Маме Андрея очень понравились конфетки, которые моя мама ей принесла. Моя теща будущая. В общем, вот это как. Брянконфи, 54-й год. Надо купить несколько упаковочек. На, Кать, возьми, пожалуйста. Так, ну и давай смотреть. Да, там был пересвет, коричневая. Такая коробочка. А и... скажите, пожалуйста, было так крупно Брянск написано на всю упаковку? Да, да, да. Вот я запомнил, а вот это по-другому. Ну. Пересвет там. Да. Да, да. Это вот эти вот. Значит, эти. Просто поменяли. Дайте писать. Две таких. Хорошо. Точно. Давайте еще. Ну, еще какие-то посоветуйте. Ну, я так не... Просто посоветуйте. Прям вкусные какие-нибудь. Здесь все. Здесь и грильяж, и фрукты. Полный набор. Ну, давайте две таких еще. Да, да. И еще каких-нибудь парочку. Брянский лес. Брянский лес – это набор из рыжика, грильяж, черносливая абрикоска. Вот. И что-то еще дайте, парочку. Парочку, что еще вам дать? Ну, я не знаю, какие-нибудь советуйте. Ну, если из набора, возьмите Брянский лес. Так, ну, давайте лес еще, два леса. Да. А у вас карты можно, да? Конечно. Да, конечно. Отлично. Смотрите. Ну да, давай. Брянский лес, рыжик, черносливый, абрикос. А сколько по граммам? Они не одинаковые? Они самые большие. 460 в Брянском лесе. Они дорогие, но они самые такие вот по весу большие. Здесь 370, а вот здесь 260. Ну что? Ну давайте все, да, 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 да. И есть у вас пакетик какой-то побольше? Это вам два пакета. Это получается два набора, я так понимаю? Не-не, можно в один, это можно все, в один, да. Я поняла, значит, большой.